мазка крючком нам понадобится пряжа красного цвета, немного пряжи белого цвета, крючок размером 2,5 мм, а также игла для вывязывания снежинки. Ниточкой красного цвета набираем цепочку из 16 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Сейчас мы делаем еще одну петельку, 17-ю. И эта петля у нас будет для подъема. Теперь мы одну петлю воздушную пропускаем, а в следующую провязываем столбик без накида. Сейчас мы вяжем 9 столбиков без накида в нашу цепочку из воздушных петель. А теперь 10-й столбик и 11-й мы провязываем вместе. Здесь у нас будет изгиб носочка. Вяжем еще 4 столбика без накида. А в последнюю воздушную петельку мы провязываем 4 столбика без накида. Здесь наш носок будет закругляться. Четыре. Теперь мы поворачиваемся и вяжем дальше. Пятый столбик предыдущего ряда мы провязываем 2 столбика без накида. То есть в том месте, где мы делали убавление с одной стороны, с другой стороны мы делаем прибавление. Здесь у нас будет пятка нашего носочка. Далее вяжем в каждую петельку по одному столбику без накида. До конца ряда провязываем. Сейчас мы разворачиваем обратной стороной. То есть здесь закругления не будет. Здесь у нас будет ровный край. Делаем одну петлю для подъема. Обязательно. Разворачиваем. И далее вяжем так же, как и первый ряд. Вяжем столбики без накида. А в 10-й столбик мы делаем прибавление. В 10-й столбик мы делаем прибавление. Здесь мы провязываем 2 столбика без накида. Раз и два.
там, где у нас были прибавления на носочки, мы провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. А здесь же мы провязываем 5 и 6 столбик вместе. Раз и два. И соединяем общей петлей. Сейчас вяжем обычными столбиками без накида до конца ряда. Мы провязали 2 ряда. Нам необходимо провязать еще 3 ряда таким же способом. На одной из деталей вы можете, как и я, вывязать снежинку. Я вывязываю иглой и нитью белого цвета. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Каждая деталь мини-носка состоит из 5 рядов. Связав обе детали, мы будем их соединять. Соединяем ниткой от одной детали, то есть я не стала ее обрезать, а сейчас мы ей соединим их. Захватываем петелькой обе
детали и провязываем каждые две петельки от детали вместе. Провязываем без прибавлений, просто по окату. Довязав до конца, соединив обе детали, мы обрезаем ниточку . Теперь мы берем нить белого цвета и начинаем обвязывать носок сверху обычными столбиками с накидом. Делаем 3 воздушных петли для подъема. И далее обвязываем столбиками с накидом. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Trill the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Обвязав белой нитью столбиками с накидом носок, я провяжу еще один ряд рычачим шагом, обвяжу носок. Так будет край выглядеть более красивым и завершенным. Рычачим шагом я обвязываю край в обратном направлении. Провязав до конца этот ряд, носочку можно сделать еще петельку. За эту петельку можно подвесить на елку.